Очень скоро начнется новый учебный год. Ребята соберутся в школах, чтобы встретиться со своими друзьями и учителями. Принесут пышные букеты. Фонд «Спасательный круг» предлагает в этом году отказаться от множества цветов и купить один общий букет для своего учителя. А средства, которые они могли потратить на букеты от каждого ребенка, направить на благотворительность. Фонд предлагает всем присоединиться к этой акции ради спасения жизни детей, в особенности тем, которым требуется срочная помощь, у кого нет возможности приобрести им необходимые лекарства. Спасательный круг помогает и в тех тяжелых ситуациях, когда у семьи нет физических возможностей добраться до клиники. Мы никогда не отворачиваемся от наших подопечных и стараемся решать их насущные проблемы, а для этого нужны серьезные средства. И поэтому мы предлагаем сейчас всем поддержать эту акцию, ведь речь идет о жизни детей. Стать участником акции можно на сайте фонда «Спасательный круг», перейдя по ссылке на главной странице или отправив смс со словом «букеты» на короткий номер 3443, через пробел указав сумму перевода. Участвовать в акции могут как читинские школьники, так и ребята из школ всего региона. Спасатель.